Наблюдаем неопознанный объект, похожий на спутник. Движется с севера на юг, скорее всего, по полярной орбите. Виден командный модуль и 8 модулей поменьше перед ним. Похоже, объект скоро войдет в атмосферу. Пилот командного модуля одет в красный костюм. Такое сообщение получил в декабре 65 года Центр управления полетами в Хьюстоне от астронавтов космического корабля. После этого в эфире зазвучала губная гармошка. Это была первая в истории мелодия, исполненная в космосе. Астронавты играли «Джингл Беллс».